Экономика предприятия отражается в копилке наград. Мозырский ДСК уже несколько лет занимает нишу лидера по оказанию строительных услуг в регионе и стране. Продукция комбината пользуется спросом и за рубежом, особенно в России. Останавливаться значит потерять рынок. Потому-то мозыряне неустанно и идут вперед, а полученная награда доказывает правильность выбранного пути. В этом году, за 2015 год, мы построили 57 300 квадратных метров. Рентабельность порядка 20% была. В прошлом году предприятие было загружено на 112%. Больше проектной мощности. Буквально каждая панель была расписана наперед, на какой объект. Мозырский ДСК легко можно назвать акулой строительной отрасли региона. Почти 90% строящегося в районе жилья – это КПД. Крупнопанельное домостроение с высоким коэффициентом полезного действия. Не случайно и аббревиатуры совпадают. И если победа ДСК вполне закономерна, то награда в конкурсе на лучшее достижение в строительной отрасли для Мозырьпромстрой стала приятным сюрпризом. Дело в том, что предприятие относительно недавно переживало не самые лучшие времена, но со сменой руководителя дела пошли в гору. Работаем мы в основном сегодня, это объекты, которые находятся здесь на месте у нас, это Мозырский НПЗ, это инженерно-транспортная инфраструктура к нашим вводным жилым домам, которые строятся на территории города Мозыря, и это наш один из основных объектов, инвестором по которому выступает Мозырский НПЗ, это спортивно-оздоровительный центр. Я думаю, что для любого коллектива, для любого строителя весьма важно, когда что-то строишь, оно получается красиво, хорошо, а если за это еще и награду дают, так это вдвойне приятно. 2015 год неплохо сложился и для всей строительной отрасли района. Говорят об этом прежде всего цифры. Доведенное задание по вводу жилья перевыполнено на 9%. Это с учетом проводимой реорганизации. К Мозырскому УКС присоединилось еще два района – Ельский и Наравлянский. Показатели по предприятию кардинально увеличились. Так, например, производительность труда по добавленной стоимости по предприятию увеличилась практически в два раза. Выручка на одного среднесписочного работника увеличилась в 5 раз. Темпы роста, которые доводятся уже очередной год, по соотношению темпа роста выручки на одного среднесписочного работника к темпам роста заработной платы по нашей организации составил 3,6%. Это очень высокий коэффициент. Министерство архитектуры и строительства по достоинству оценило работу Мозырского УКСа. Директор предприятия Дмитрий Воронков стал победителем конкурса в номинации «Руководитель года». 3 награды из 8 возможных у мозырян. Таковы итоги конкурса по прошлому году. Наверное, это и есть прямое доказательство эффективной работы строительной отрасли района. Илона Шавловская, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».